привет, я Лиза, и сегодня мы будем рисовать коршуна. Для этого нам пригодится белый лист, стирательная резинка, серый карандаш, еще один серый карандаш, черный, оранжевый, коричневый, простой, линер, серебряная ручка. Вот у меня тут уже эскиз. И начинаем рисовать. Как вы видите, какой он. Вот. Берем оранжевый и разукрашиваем клювик. Очень легко. Потом берем серый карандаш и заштриховываем. Вот. Теперь линером вырисовываем ноздрю. Рисуем глаз. Берем черный карандаш и закрашиваем. Вот. Теперь берем серебряный карандаш, ручку, то есть, и обводим глаз. Вот, оставляем белок, как он и есть, цветом белым. Теперь закрашиваем туловище. Берем серый карандаш и закрашиваем. Вот как получилось. Теперь берем черный карандаш и вырисовываем чешуйки. Вот. Теперь берем коричневый карандаш и разукрашиваем деревяшку, веточку. Теперь лапки. Берем черный карандаш и закрашиваем их. Вот. Если вы хотите, можете закрасить вон каким цветом красивым. Но я этого не делаю. Мне в этом рисунке и так нормально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Лиза.